В рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто» ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Петровича Щеглова поздравили игроки футбольного клуба «Химки». Сегодня у вас приехали поздравить с Днем Победы футболисты футбольного клуба «Химки», за который мы всем городом болеем. Футболисты пришли в гости к ветерану, подарили корзину с фруктами и пригласили на игру. Вместе с женой Анатолий Петрович рассказал спортсменам, как он играл в футбол в молодости. Также не обошлось и без разговоров о войне. Ветеран поделился воспоминаниями о времени, проведенном на фронте. А уже война шла к концу. И вот мы должны участвовать в этих боях. Танки, когда подходили. Ну, какие танки, когда в 44-м, в сентябре, вот, начало октября, нас 17-летних призвали. В Германию. После войны Анатолий Петрович 6 лет служил в Германии и там играл в футбол. Ветеран стоял на позиции полузащитника. Подобные встречи с ветеранами регулярно проходят в Химках. Они помогают молодежи больше узнать о Великой Победе.